тебя держу. Держу я тебя. Не боись. Не бойся. Я держу тебя, не бойся. Выходи на ручки. Выходи. Выходи на ручки. Вот, а что бояться-то? Ты ж делал. Я ж тебя держу. Ты что? Я ж с тобой рядышком. Не упадешь ты никуда, ничего. Улица. Все, готово? Как папа. Умничка. Теперь давай. Давай, как папку, все. Опускайся, я тебя сниму сразу. Договорились? Ну попробовать-то надо, тебе же понравилось. Это просто тогда модничаешь ты просто. Давай, просто раз. Что, сильно больно, что ли? Ну а что тогда? Трусиха. Я держу тебя, трусиха. Я тебя не отпущу. Трусиха, не да? Трусиха. Чуть-чуть вот так повыше, вот отсюда сделай. Вот отсюда, здесь не будет больно так. Если тем более я тебя держу здесь. А нет, не трусиха. Переберись потихонечку, да. Одной рукой. Держу, держу. Видишь? Чувствуешь, держу. Ноги раскрой, что она так, да. Спокойно, ножки вниз тяни. Тебе надо теперь носочки ног в голове. Теперь ты можешь одну ручку опустить вниз. Уравновесь. И вторую. Как весы, как весы. О, класс. Ой, умница, я держу, не бойся. Слезки потекли, я не вижу. Слезки, да, потекли? Ну все, попробовал, в следующий раз сделаем. Честно? Сделаем в следующий раз. Умница. Ура! Ксения Денисовна, ура! Ура, ура! Умница, это потому что ты обезьяничаешь ты. Надо всякие крутые штуки делать. Видишь, как нам радостно, что ты смогла. И тебе, ты своим друзьям покажешь, как ты умеешь. Когда с тобой кто-то разговаривает, если старше, нельзя поворачиваться спиной к нему. Она очень вежливая девочка. И понятливая, самое главное, понятливая. Так, ну что, с брусьями закончили, Денис? Сейчас, давай. А, ну в принципе, да. Осталось одно. Ну, как бы не остались, да, упражнения на вис, на провис. Но они интересные. Да это твое, сто раз, и ты покажешь что-нибудь покруче. Что ты это показываешь? Покруче. Какой-нибудь выход на одной руке, например. Или сальто. Сальто. Мортальто. Класс. Поздравляем. Наш любимый выход вниз, коленки просто вниз, коленки вниз и выход вниз. От меня большой палец смотрит, то есть у меня как бы получается прямой хват из предмета, большой палец от меня. Да, так и да. Вот я сейчас делаю, голову переворачиваю больше, назад, уравновешиваю, таз подвожу к рукам, потому что надо будет сейчас сохранить баланс. Баланс вот такого характера. Да хватит, ты что там говоришь сейчас? Если помочь, нужно говорить. Теперь сделай уголок. На руках висишь. Уголок в ногах делай. И спокойненько прокручиваешься. Вниз ноги крути, вниз в голове, да. Пока встань, рук не отпускай. Поправь хват, поправь расстояние, где там находишься, чтобы удобно. Сейчас опять ноги в коленках поджимаешь и делаем вниз ноги вперед. Сколько можешь. Я не помещаюсь. Не могу. Попробуй встань, руки не отпускай, попробуй вперед наклон, встань. Руки держим, да. Сейчас надо будет подходную назад вернуться. Опять наклон. Руки выдержишь? Да. Наклон. Делаю вниз, ноги к себе. Раз, вверх. Да, да, например, что?
Попробуй сейчас ноги закрыть. Ага. А тот не вернулся. А? Надо было бубликом еще запроситься. Не видел? Интересно, знаешь, когда происходит, когда баланс пытаешься поймать, низ, снизу вот корпус раскачивает, как маятник. Ощущение, да? О, ну это. Нормалек? Чуть-чуть отольется. Пойдем. Жидкость. Чуть отливается, мы пойдем дальше.